Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. И расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В Самаре стартует международный джазовый фестиваль. Настоящий праздник джаза продлится сразу на нескольких концертных площадках города. В субботу, 13 мая, в ДК «Железнодорожников» фестиваль откроет лучший поп-фьюжн-проект виртуозных музыкантов из Франции – группа «Дамко». Компанию им составит выдающийся российский бас-гитарист Антон Давидянц и яркий московский квартет Анатолия Осипова. Начало концерта в ДК – 18.00. Ну а 14 мая погружение в джазовую атмосферу продолжится в Паркхаусе. С 12 часов дня большая концертная программа. Более десятка шикарных коллективов из разных городов России исполнят для вас традиционный и современный джаз. Для гостей праздника – конкурсы, мастер-классы и танцплощадки. Время – самое дорогое, что у нас есть. Интерактивная фотовыставка с таким названием открылась в галерее «Формограмма». Яркие эмоции, интересные истории и фотографии ждут всех неравнодушных к странствиям и незабываемым путешествиям. В субботу вас научат не просто обрабатывать свои снимки и выкладывать их в социальные сети, но и подробнее расскажут, как стать успешным путешествующим блогером. Театр «Самарская площадь» в субботу покажет «Женитьбу Гоголя». Вполне успешный чиновник в расцвете сил никак не решится обзавестись семьей. И за дело берется лучший друг. Что из этого выйдет, увидите сами. Начало спектакля в 18.00. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!